Доброго вечера всем зрителям и подписчикам канала StreamTO. Приветствуем вас сегодня уже после недельного перерыва с турниром Light Summer. И сегодня у нас встречаются такие коллективы, как GoPro против Eternity Advanced. Они будут играть на карте Forest, а комментировать буду я, Адель Делианс. Моим напарником будет сегодня кандидат в комментаторы, наши киберспортивные, Влад Люминесценс. Привет, Влад. Привет, Адель. Да, ну а за картиночку в ответе у нас Саня Санчес. Как уже всем известно, у нас турнир проходит в формате Light. Не зря он называется Light Summer. Топовые коллективы у нас встречаются, как обычно. Ребята со второй лиги, которые попали в первую по итогу сетапов. Заняли они, по-моему, второе место, да. И теперь заслуженно катаются в гладиатора. Ну что ж, посмотрим, что они нам продемонстрируют против одного из топовых коллективов Eternity Advanced. Valid Elite, начинаем? Начинаем. Есть ДДшка у Eternity. Я так понимаю, Раф будет ее забирать. Еще также ДАшка падает. Неплохо мегакрит выдвигается на вражеский дроп. Так, что же будет сейчас? Да, сейчас есть ДАшка у синей команды, Wild Crew ее забирает, будет пытаться увозить флаг. Правда, нет особой ему помощи. Да, ну, я так думаю, еще можно, пока у нас есть время, можно представить составы. За Eternity Advanced у нас будут играть King of TP, Sim Grant, Megacrit, Dahar, Avicii Smerglian 2 и Raf. Да, GoPro будет играть Sunset, Kai, Cantlus, Wild Crew, Сай и Виталити. Неплохо. Были обоюдные атаки сейчас, но, увы, они закончились ничем. Так, я так понимаю, Дахар будет исполнять роль последнего дефера за Eternity Advanced, а Виталити за GoPro. Так, кто же у нас на Хантерах играет? За Eternity 7 Grand, как обычно. И еще второго Хантера я не вижу. За синих будет Wild Crew играть. Вот как раз они сейчас в атаке будут пытаться увозить, он целый. Так, а, кстати, у нас коллективы-то решили играть без второго Хантера. Вторая 35-ка есть на легком корпусе. Это я вижу Сай за GoPro и King of TP у нас также на Васпике в 35-ке от Смоки и от Рельсы играют. Неплохо сейчас сливает последнего дефера Сансета и есть подспорье для атаки. Так, ну что же будет у нас? Пока что тишина. Отстреливают у нас ребята с Eternity. Sam Grant стоит на позиции, видимо, ждет дроп. А вместе с King of TP. Нет, занимает домик, отлично. Будет спрыгивать. Нет, не решается. Падает второй дроп, к слову. Да, сейчас посмотрим, как красные смогут реализовать его. И вот красная ДДшку забирает Sunset. Да, довольно-таки неплохо было сейчас от Сансета. Мегакрит пропустил, к сожалению, его. И теперь Сансет имеет неплохое преимущество. Он может ваншотнуть любого из игроков, кроме King of TP и Хантера. Но сейчас Сансет... Вау! Отличный пиксель был от Аветиса. Сделан ДДшного игрока. И атака закончится, я так понимаю, ничем. Потому что еще возвращается Раф, Мегакрит и Аветис. Виолет Крув страдает определенно. А, и сейчас падает ДАшка у красных. Будет ее, скорее всего, забирать Сэм Грант. И, наверное, мы сейчас посмотрим плохую атаку. Так, ну нужно помогать Сэм Гранту срочно. Потому что есть Кай, который на смоке очень сильно дамажит он. И как бы сейчас Кай не сделал очень много делов. Никого ТП отлично попадает. Так, кстати, тем временем синие пытаются увозить, но ничего у них не получается. И, скорее всего, Eternity тоже не смогут увести флаг. Да, Sam Grant еще мажет по Vitality. Ну, такие равномерные качели у нас. Вау, неплохо. Мегакрит, отлично, я бы даже сказал. Сбивает Каю, точнее, Саю. А ДДшную рельсу выдает еще вторую, но нужно выдать еще одну. К сожалению, последняя рельса промахивается. Сай тоже. И Мегакриту нужно сливать. Но он не хочет это делать явно. Поэтому промахивается. Такс. Ну, Виолет Крюк неплохо, конечно, спрыгнул, но... Я так понимаю, он прожал Делит. Это не зря. Да, значит, это не сейчас... зря.
Оп. И снова будут атаки. Сейчас есть опять красная ДДшка, которую, скорее всего, опять отожмут GoPro. Да, Кай ее забирает. И будет... Нет, не, к сожалению, он ничего делать. Убивает его сам Грант. Да, ну GoPro у нас эту ДДшку красную, получается, на красной базе отжали два из трех раз. И Wild Crew сейчас неплохо залетает. Есть также King of TP, который уходит. А на нитре есть скидочка под Сэм Гранда, Wild Crew. Сможет ли уйти? А, промахивается, к сожалению, по мегакриту, хотя мог попадать, но Сэм Гранд тем временем уже почти доставляет первый флаг. Скорее всего, это будет доставка. Подожди, есть еще Сай. Может, он что-то сделает, с вертухи попадает Сэм Грант и ставит флаг. Неплохую тройную рельсу Сай выдает, но, к сожалению, никуда уже не уедет. Есть еще также King of TP, который забрал ДАшку, но теперь уже на двойном дропе сбивает он также Сансету. Да, но будет его встречать Кай. Акс. У Сансет неплох. Да-да-да, Сансет неплох был сейчас. Так, ну, пока что небольшой затишье, кроме King of TP, но его тут разберут в 99% случаев, и вряд ли он даже дотронется до флагштока. Ну, собственно, и случилось. Сингрант неплохо отжимает ДДшку. Главное сейчас не упасть в минус, а падает он в минус. Виталити отлично выдает рельсу. И остался только Мегакрит и King of TP. Виталити стоит до последнего. Мегакрит неплохую рельсу по Сансету выдает, но Сансет его сливает. Возвращаются три игрока GoPro в деф, дабы слить одного King of TP. Нет, все-таки Кая решает выдвинуться на респы и попробовать подамажить. Четвертый, к слову, ДДшка падает на красной базе. Ее, я так понимаю, будет забирать Дахар. Либо же Аветис. Так, как бы сейчас вот, отлично. Выдают еще также Адахар, а ДДш на рельсу по Wild Crew. И теперь Wild Crew будет оббитым забирать ДАшку свою. Аптеки-то нету, и остался он на одну рельсу, к слову. А это очень плохо. Это действительно очень плохо, потому что нужно атаковать. Нужно уводить флаг, потому что счет-то не в их пользу, а в пользу Eternity Advanced. Так. Попытка? Где попытка? Даем, они пытаются базу. Да-да-да. Кен Плюс пытался увозить, слил он мегакрита. Точнее, Wild Crew ему помог в этом. И теперь Wild Crew есть на подхвате. Останавливается он, разводит на рельсу одного, но Раф. Раф тут как тут. С респа мчится сразу же на красный флажок в деф, дабы слить флажок. Сэмгран, к слову. На двойном дропе. Нашел он все-таки двойной дроп. Вместе с Дахаром уходит. А Сай нужно не промахнуться сейчас. И он этого не делает. Точнее, он этого... Точнее, не промахивается. И возвращает флажок. Ну, неплохие попытки есть атаки от той и другой команды. Но где-то все-таки ошиблись у нас GoPro. И все-таки доставили один единственный флаг. По-моему, там King of TP увез. Да. На нитре, будучи на одну рельсу, и его успешно встретил Сэм Грант. И они поставили. Где-то ошиблись. Где-то в дефе явно была ошибка. Либо же в атаке. Это ДДш. Можно заберет ее, я открою. Так, слово, заберет он ее. И его также ДАшка падает. И сейчас как бы это не сыграло с ним злую шутку. О, переигрывает он мегакрита. И есть Раф еще также, которого нужно сливать. Сай забирает все-таки ДАшку. И я вижу то, что Этернити, они явно настроены на эту карту. Потому что сколько раз я вижу, они постоянно выдвигаются на дроп синих и пытаются максимально дамажить. Вот сейчас Сай очень сильно битый заходит, попадает под Ахару и будет пробовать увозить. Рафа, что? Так, ну Сай увозит. Очень даже неплохо так увозит. Есть Виталити, который стоит в дефе. Кай также приехал помочь своему последнему деферу. Разбираются по фокусу. Сливают Сай, но есть Кай, который ставит флаг и сравнивает счет в этом раунде. Да, но так. Сейчас Сэм Грант будет пытаться.
Страсти накаляются. Страсти накаляются. Есть Сэм Грант, у которого есть двойной дроп. Сливается смока. Отлично. Вайлд Крюф стоит на своем хантере. А в дефе явно не даст он подхватить Сэм Гранту. Даже шанса не даст. Смотри, как мужчина стоит. Мужчина. И его сливают по фокусу. 50 секунд остается до конца раунда. А Раф вместе с King of TP неплохо так стоят. Отстреливают синих игроков. И нужно заходить. Нужно заходить. Сэм Грант. Под Сэм Грантом оставили нитро. С правой стороны Мегакрит едет. Да, попробовать. Дамажит Wild Crew. Открывается неплохо. Получает одно рельсу. Но не успевает. Не успевает выйти по Wild Crew. Очень важную рельсу. Дабы Сэм Грант смог подхватить и просто уехать. Но тут уже подспевают игроки синей команды. 25 секунд до конца. К сожалению. Атаки. Такой хороший от Eternity Advanced. Не предвещается. Я так понимаю, этот раунд будет ничейный. Это... Так. Как ты думаешь, предпримут ли какая-нибудь из команд облегчить этот этап? Либо же останется все как есть. Один хантер на команду. Потому что, как мне кажется, вот Сай неплохо заходил. Единственный раз, правда, на своем двойном дропе на Васпике и увез флаг. Возможно, но... По логике, что здесь все-таки... Ашка. Я думаю, останется также один хантер. Так. Пока что идет сбор дропа. Активный сбор дропа от обеих команд. Так. Вижу то, что большинство игроков на левом фланге от красного флагштока собрались. И контролировали нитро. Неплохо. Так. Довольно-таки поздняя дашка. У Этернити. Я так понимаю, они будут ее контролировать. Пробуют. Нет, Сафах подъезжает и Сэм Грант забирает свою дашку. Ну, пока что я что-то не наблюдаю. Не наблюдаю, чтобы были изменения в сетапах от команд. Может быть, было бы даже немного логичнее отдать Смоке 35-ку, потому что она бы жила явно дольше. Ну, Кай был не так уж и плох, так же как и Раф. Ну, посмотрим. Оба коллектива записывают в чат, наш любимый, тайминги выпадения дропов, и явно будут их контролировать. Были делиты на карте, и сейчас 4 игрока от GoPro. В дефе есть King of TP, есть Сэм Грант, которые выдвигаются. Есть лица от King of TP по сансету. Сливаются King of TP, и Кэндлуз будет забирать ДДшку, я так понимаю. Но... Да, сейчас есть попытка от Сая, будет его Вайл открыть, поддерживать, но там ему будет мешать Раф с Даксаром. Ой-ой-ой-ой, как опасно, уходит Wild Crew, в Мегакрит промахивается, и мне кажется, это будет доставочкой, потому что с левой стороны никого нету, Рафа должны разбирать, есть еще Аветис, который ДДшно, он сливает, обоих игроков, Сансета и Кай, и нужно помогать, что делает Кэндлуз, зачем, мог просто хотя бы корпусом подержать, и возможно, это было бы что-то. Да, возвращают ребята, но будет сейчас попытка от Eternity, есть там 3 корпуса. Надо первым делом сливать Кая. Нет, все-таки расстреливают ребята из Eternity.
Да-да-да. Ой, Виталий ошибается в деф сейчас, и King of TP. Будут сейчас две рельсы, будут увозить флаг. А респи ЦК, и он будет дамажить явно сейчас этого Васпика. А нужно дать фокус. Нужно дать фокус по Каю. А ведь Смерглян уже выдвигается, дабл заблокировать его. Есть скидочка под Сэмгранда и... увоз, увоз. Да, будет это все-таки размен. Так, так, так. Ну, у Вайлет Крю надо скидывать флаг, потому что Дашку он только-только подобрал, и нужно попробовать продавить Сэмгранда, потому что у Сэмгранда уже Дашка закончилась. Но ребята явно не хотят это делать сейчас. Засейвить более мощный флаг они хотят, я так понимаю. И Виталий влетает, врывается, просто влетает сейчас. Сверху дает одно лицо по King of TP и сливается. О, нет, не сливается, сливает, он даже так же Рафа. Грант явно страдает. Они понимают, ребята из Этерти, что же делать? Неплохо так давят. А GoPro и Дахар остаются на одно лицо. Сай сливает, и Кэтус может вернуть. Он вернет. Да, скорее всего, вернет он этот флаг. И смотри, Кай уже выдвигается. Есть там только один мегакрит на перехвате. Да, сливает мегакрит. Сейчас нужен фокус. Ай-яй-яй, ошибается Виталити. Да, Очень это жестко возврат. ошибся. Два флага уже могли ставить GoPro. Да, сейчас будет попытка от Этернити. Даксар отжимает ДДшку. Так, ДДшку он отжал. Есть еще также King of TP. От King of TP. Кладет в полуминус Сай и будет слив... Нет, не сливает. Дахар будет магать. Все нормально, все нормально. Но правда, лишний ресурс все-таки King of TP получил. Да, встречают тут уже ребята, будет Сэм Грант на ДАшке. В то же время у Eternity Def остался пустой, и Can't Lose может этим воспользоваться. Пентус. Ну, попытка не пытка. Неплохая Да. была. Такая. Также есть на смоке своей Wild Crew. Спрыгивает вниз на своем хантере. Ему сбивают траекторию и разбирают по фокусу. У нас Eternity Advance. Дахар неплохо так сыграл. Сейвово. Я бы даже так сказал. И он поставил флаг сейчас. Грантовый как хорошо впитывает то урон. Она стоит на флагштоке. Стоит на флагштоке. Впитывает очень много рельс. И довольно-таки неплохо сейчас задержал. Да, но Держал GoPro. сейчас Violet Crew будет встречать своих тиммейтов, и, скорее всего, это тоже будет угроз, хотя у Eternity Raph тоже отвез флаг, и сам Грант его также встретил. Да-да-да. Снова размен. И снова Wildcraft на дашке. Скинуть. Отлично. Да? И поехать продавить. Но нитрита нету, и это печально. Это печально. Буквально 10 секунд остается до конца дашки, и сейчас Wild Crew будет только дамажить, и немного впитывать. Так. О, неплохо, неплохо. Wild Crew так-то прижался к подъемчику. Я бы даже сказал, воспользоваться текстурами. И ему Раф из-за этого не смог сбить рельсу. И теперь нужно забирать эту ДД. Да, Отлично, сливает Вальт. хорошо Рафа. Отлично, просто отлично. вставляет ДД под Васпа. Вот Кентлуза. Опа! Опа! Неплохо Кентлуза сливает. И Гуфтопы лежит в минусе. Что? Зачем? Почему? Как так? И, к сожалению, один лишь Кентлуз остался с левой стороны от красного флагштока на своей ДД. Сэм Грант вместе с Аветисом и Дахаром его видит и контролирует. И поэтому его сливают. Да, в то же время Мегакрит пытался тут вернуть флаг в одиночку, ничего у него не получилось. И посмотри, сейчас Виталити будет обстреливать, но быстренько его уничтожит. Так. Стокс. Не особо торопятся ребята возвращать, я бы сказал. Ну, со стороны Этернди это можно понять. Потому что они ведут счет. Но как бы это с ними не сыграло злую шутку, как в прошлом раунде. Потому что в прошлом раунде все-таки смогли, так сказать, вернуть флаг и доставить у нас GoPro. Да, смотри, сейчас неплохая атака будет. Нужно сливать Рафа, сливает. Ой-ой-ой, еще так же сбивают Сэм Гранду. Вайлдкрафт абсолютно целый. Едет на мегакрита. Один единственный мегакрит. Боже мой! Я не возвращаю Дай, этот флаг. брат. Ну, смотри, есть тут Раф на перехвате, Сансет остается на одну рельсу. Раф должен решать. Раф должен решать, а он, собственно, это и делает. Задерживает Сансета. King of TP спрыгивает, но падает, к сожалению, в минус. И Кай есть на подхвате. Прилетел, и рельса от Wild Crew. Нет, от Виталия, я вам даже сказал.
Да, нужно тут сливать Сэм Гранда, скорее всего, Сай сделает это. Так. Да, а это еще одно под Оксару. Это будет Риса. Да. Я должен вернуть. Так. И... Вот теперь Риса. Возврат и 1-1. Да. Если бы King of TP не упал тогда в минус, очень-очень опасную Рису он давал, но все-таки выдал ее, но упал в минус, и это очень... Плохо сказалось. Да, смотри, сейчас GoPro опять пытается увести. Есть тут один King of TP на перехвате. Ну, он не будет открываться. Он не будет открываться, хотя он допускает сейчас очень-очень огромную ошибку. Он мог сливать Сай и просто решать сейчас. Да, но... На одну рельсу остается Сэм Гранд, да, его сливают. И, скорее всего, это будет еще один флаг. Ошибочка. Окей. Вторая лига. Окей. Сай непонятно, что вытворяет, но все-таки поставил он флаг. 2-1 у нас теперь ведут GoPro. King of TP есть также на острие атаки, но есть фокус. Фокус от GoPro. Смотри, сейчас Сэм Грант будет советисом пытаться зайти, но есть тут целый Кай на своей смоке, который будет им доставлять неприятности. Еще одну рельсу по нему надо, Даксар будет поддерживать вместе с King of TP. Я Сэм Грант немножко не туда рельсу выдал и получил за это лишний дамаг. Но уходит. Он уходит. На метре. И на противоположном флагштоке Wild Crew почти целый на своей дашке будет также увозить. Да, Раф ему уже всяко не помешает. И, скорее всего, это будет опять размен. Но встречает его тут King of TP. А он мажет по Wild Crew. Очень важный рельсу, к слову. И теперь Wild Crew... Вынужден просто стоять на этом домике между разменом. Ой-ой-ой, неплохо сбивает Wild Crew King of TP. Вот если бы вот одной рельсой попал, был бы возврат, мне кажется. Возможно. Ну, Vitality теперь уже битый стоит вместе с Wild Crew. Я не понимаю, кому-то из них нужно срочно прожать делит. Это 100%. Но Wild Crew решает слить все-таки. Да, смотри, сейчас Сэм Грант на ДДшке будет пытаться заходить. Ой, он неплохо так положил в полуминус Сай, и Мегакрит его добил. Так, Мегакрит будет решать. King of TP есть, также он на ДДш на рельсе. Так, сквозную, нет, не получается, к сожалению, выдать сквозную рельсу. Нужна буквально одна рельса. Мегакрит говорит своей конфе: парни, дайте, пожалуйста, одну рельсу, но Кент Плюс его разбирает. Есть еще также Аветис. Ну, ему сбивают. Вряд ли это будет возврат. Да. Ребята, из Этернити тем временем уже перебрались на свой флагшток. И ждут там возврата. Ждут там возврата, действительно, мог бы быть возврат. И теперь-таки Дахару главное сейчас не ошибиться, потому что есть Виталити, которого он явно не замечает. И Виталити может решать. Он может решать 100%. Как сыграет Дахар? Так. Кто кого переиграет? Срочно нужно Виталити выдавать рельсу. Не попадает. Да, он может решать ровно как и Сэм Грант с Рафом сейчас, которые будут пытаться заходить. Правда, они вдвоем против четверых игроков GoPro. Обоюдные возвраты. Этот раунд явно остается за GoPro. Ничего тут ребята из Eternity уже не успеют сделать. Да. Действительно. Если бы не... чуть поувереннее играли бы Eternity, возможно бы они вернули. Точнее, сравняли бы счет. Да, но сложно сказать, что в этом раунде произошло. Либо Eternity как-то расслабились, либо GoPro взбодрились. Ну, для GoPro это явно плюс мораль. Выиграть чемпионов игры. Да, это очень хороший стимул. При том, при всем, что они со второй лиги поднялись в первую, выиграв турнир сетапы. А сетап игрался не на рельсе. И на смоке. Ну, на смоке и на рельсе, в зависимости от черкания. Так, ну что ж, что я могу увидеть? А есть ли большие изменения в этапе? Мегакрит решает снять Васп. И дать Васпик Захару. Нет, а ведь Нергильяну? Да, будет отыгрывать на Васпе. Так. А ведь Смергелян берет 35-ку и... А, Смоки также 35-ку и от лица. Контролирует ребят труп.
Неплохо. Я бы даже сказал, отлично. А куда подевался Дахар? Дахар, на чем он играет? На Харке все так же. Я так понимаю, Дахар все так же будет играть последнего дефера. Я не понимаю, почему он не играет на Васпе. Кажется, Дахар был бы очень даже неплохо на Васпе именно. По атаке. Так, ну, явно поняли, ребята, ошибку. А, King of TPM. И решили дать все-таки попробовать проявить себя. А ведь Мерглен. Посмотрим мы за ним. Обязательно. Как он будет у нас тягать флажки. К слову, в этот раз, по-моему, не записали. Нет, записали дроп. Записали дроп. Все отлично. Да, сейчас будут у нас уже происходить элиты и начинаться раунд. Раунд действительно начинается. Так. И, кстати, не заметил, какая дашка будет падать первой. Нет, к сожалению, упустил я этот момент. Сейчас уже сразу заход от Сэмгранда на игре. Но встречает его Кай. А есть еще также Сай, который увозит на одну рельсу, будучи оставшись. Он, кстати, имеет неплохие шансы. Главное, нужно помочь Кенклузу вместе с Wild Crew. Кстати, смотри, вот и первая дашка. Первая дашка, которую отжимает Авель Смергелян. На своем Васпике в 35-ке. И это очень даже хорошо для Этернити, потому что у GoPro атаки не будет. Посмотри, сейчас на базе Этернити ехал Кай, но Доксаровок слил. И сейчас есть попытка увоза от Этернити. Скорее всего, ребята увезут, так как кого из синих нет на этой стороне. Да-да-да, есть Авидис, который забрал ДАшку, у него 35-ка, и он явно будет танковать. Нет, все-таки решает даже не выдавать урон по Саю, и просто поехать за King of TP. И за это пострадал, я бы так сказал. Последний момент повернулся и... Получил лишний дамаг, как обычно. Как обычно. Очень много лишнего дамага принимают на себя у нас Этернити, но все-таки справляются фокусом. Сэмгранд будет ставить первый флажок за полторы минуты с начала раунда. И Этернити выходит вперед на горриту, сбивает весу. Такс. Ну, дай. Мне как это уверенно отыгрывает сейчас, правда, сбитые рельса и выехавший мегакрит на эту рельсу от Саи был не очень понятен. Но есть три игрока, которые неплохо так выдвигаются в атаку. Сая помешал, к сожалению. Да, сейчас ему... нужно сливать мегакрита и будет он уходить. Есть тут встреча от King of TP, но его скорее всего разберут. Как мне нравится Сай. Он сейчас очень хорошо отыграл. Вводит на флажок. Есть Сэмгранд, который будет пробовать забирать дашку. Есть удачный, я бы даже сказал, респ Wild Crew. И он будет... Нет, не будет забирать. Араф все-таки отжимает. Но и у Сай есть проблемы. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он неудачно выехал под рельсу мегакрита. И мегакрит неплохо так справился с Саем. И в итоге King of TP вернул флажок. Да, и теперь это уже атака получается от Этернити, который сейчас, скорее всего, завершится доставкой, хотя есть там много игроков от GoPro на красном флаге. И посмотрим, что сейчас будет. Как же выехал неудачно у нас Сая под рельсу, под две рельсы, я бы даже так сказал, и упал в минус. Но Сэмгранд стабилизирует свой корпус и ставит уже второй флаг для своей... команды. Да, посмотри, сейчас Аветис будет забирать ДДшку. Нужно... Скорее всего, он это... Нет, не делает он этого. Ошибается, да? Ошибается. Был шанс у Аветиса зайти на флаг незамеченным, но, к сожалению, получилось. Файл, крюк, неплохую складную рельсу выдал по Арафу и King of TP. И атаки от Этернити не предвещается. Ну что ж, что могу сказать? А эти изменения
явно идут на пользу. Потому что, а ведь Снеглен постоянно на острие атаки, и постоянно он пытается уводить флажок. Вот как раз таки вместе с Инграндом они будут заходить сейчас. Один лишь Виталец есть в дефе, подспевает уже Кай на своей смоке. И решает выдвинуться на Сингранда. А Сингранд, к слову, разряжается немножко не туда. И Кай... Ой-ой-ой, все нормально. Все нормально. Сейчас Вайлот Крю будет забирать свою ДАшку. И пытаться тоже атаковать. Есть у него аптека. Но... А есть еще также Нитра. А Нитра это очень хорошо для Хантера. Он будет быстрее, явно быстрее. Есть 4 игрока. А ведь Смерглен дает рису по кэндлузу. Есть еще также Дахар вместе с мегакритом. А в дефе Дахар блокирует, сливается мегакрит. Сливается также и Дахар. И Вайлд Крюф на 0 хп. Увозит. Нет, не увозит. Смотри, какой отличный фокус от Интернет. Просто супер. Да, в этом моменте Раф хорошо зарешал. Очень много хп он снес все-таки Вайлд Крюф. Очень много, я бы даже сказал, очень-очень много. Также были неплохие Дахар вместе с мегакритом, которые максимально задерживали, так сказать, мешали атаке GoPro. И благодаря этому также разобрались у нас. Alternative Advanced. Но есть Сай. Сай вместе с Wild Crew сказали, братан, политик, ты нарез. Раф это сделал. И... Теперь один Сай остался в атаке. И Раф опять-таки его отправляет. Да, Раф очень хорошо отыгрывает в этих моментах. И сейчас есть опять атака. И все-таки почти все ребята из Eternity скидывают фокус. И да, ничем она не заканчивается. Да-да-да. Ну, 4 минуты еще есть. 4 минуты. Всем гром. Неплохо, неплохо. А, к сожалению, второй ДТ-4 лицо не попадает по Wild Group, но сейчас-то он опять не попадает, что? Буквально-таки по прямой не попадает по Wild Group, хотя мог разбирать его и забирать эту дашку. Сейчас Wild Group опять будет пытаться на своих двойных штурмовать красную тряпку. Будет ему мешать, скорее всего, Сэм Грант, да, возвращается он в деф. И смотри, почти все ребята из Eternity едут в деф. Ну да, они хотят сохранить этот счет 2-0, выйти вперед, точнее, сравнять уже результат. Есть Авитис, который, к слову, пытается увозить, разводит он Виталия на рельсу и увозит. Сансет будет возвращаться. Ну там, короче, возврат, я так понимаю, потому что Сансет абсолютно целый, и Авитис Мергелян явно его не видел. Да, ну синим тоже, к слову, не удалось увести. И получились, так сказать, обоюдные неудачные атаки. Да-да-да. Я бы даже сказал, обоюдный удачный деф. Ну, есть... Опа, как же сильно напрягают два Васпика. Это Аветис и King of TP у нас игроков GoPro. Они просто пытаются жить сверху и пытаются дамажить абсолютно всех игроков GoPro. Раф отлично сбивает ДДшное лицо и должен разбираться. Дахар также помогает, и все отлично. ДДшного игрока разобрали. Единственная главная опасность была, и они с ней справились. Но, к сожалению, сейчас-таки они отдают ДДшку, и мне кажется, нужно было бы отдать кому-нибудь из Васпиков, дабы он смог покимперить, но я не понимаю. Вот смотри, есть ДДшный Wild Crew. Почему бы не где-нибудь за стеночкой не остаться, не подождать, где он возьмет этот дроп, надамажит как можно максимально деферов и попробует уже выдвинуться, а не просто сливаться под целых игроков? Ну, возможно, и можно все-таки его понять. Ребята нервничают, остается 2 минуты до конца, и все-таки есть какое-то желание увести флаг. Есть, явно. Вайлд Кров очередной раз контролит свой дроп, двойной дроп, к слову. И будет заходить. Вот это вот. Смотри, как Блуз вместе с Сай. Вот так вот остановились, ребята. И все, дамажит. Вот. Вальпру врывается. Решает он по центру, но там есть Раф. Возможно, следовало бы уйти по бровке, но решает он все-таки ехать через центр.
Вау-вау-вау, Виталис неплохо выдал сквозную рельсу под Ахару и Аветису, и Дахар теперь битый уже. Взял флаг, есть King of TP, будет скидочка явно. Рафа сливают, и так же, как и валит крюва. Ой-ой-ой, отличный фокус, но тут есть Сэм Грант. А Сэм Грант, он много может впитать сейчас на своей дашке. И одна минута остается. Да, Сэм Грант просто так явно не отдаст флаг, и... Ну, вот знаешь, я не думаю, что... Все-таки ребята из GoPro уже смогут даже сравнять счет, как бы осталось 45 секунд. Ну да, тут уже ребята с Eternity играют на верочку. На верочку и явно не отдадут эту победу в этом раунде. Так, 30 секунд остается до конца раунда. Виталий стоит на своем флагштуке с флагом, битый абсолютно. А Мегакрит заходит, его сливает Кентлуз, промахивается Аветис. По кондузу Виталити 20 секунд. Буквально 20 секунд разделяет нас от 4 раунда. Но Раф все-таки вернул. Ну там Виталити, по-моему, скинул. Понимаю уже то, что Габелла, фиаско, братан. Ой-ой-ой. Да, вот неплохо так выглядит. Не будет, я так думаю, 3-0. 3-0 действительно не будет. Так. Если у нас получается Дернти выигрывает на четвертый раунд, то они продвигаются дальше, это, да? Потому да, что... Да, все так. Потому что, насколько я помню, Light Summer проводится по системе Double Elimination. И если у нас два поражения будет от команды, то они выбивают с турнира. Ой, к слову, уже я вижу Mirror Family лежат в нижней сетке. Как так? Они уже попали. А в нижнюю сетку, по-моему... А, да, они с Сильверсом проиграли. Понял, понял. Они проиграли с Сильверсом. Четвертый раунд. К слову, третий раунд ушел в копилочку. Это Renzi Advanced. Еще теперь два... А нет, 1-1. 1-1, ничейный. И четвертый решающий раунд. Текс. Ну, посмотрим, что же все-таки покажет у нас ребята в четвертом раунде. Я вот вижу Дашку, контролируют игроки и Этернти, и GoPro. Дашку, где собрались очень много игроков. И явно первым ее забирают, а ведь Смегелен. 30 секунд остается до начала раунда, скоро вот-вот будут прожаты делиты и... А этой Дашки, я так понимаю, еще не было. А это может быть опасным. Опасным для... для Этернити. Но вот-вот она уже падает, и ее явно заберут. Да, ведь забирает ее. И время поражать Делит. Так же сильно они были отличны этой Дашкой. То, что ДДшка-то осталась. Да, сейчас кто-то из игроков Eternity явно... Хотя нет, возможно, Сай сейчас отожмет эту ДДшку. Да, надо и сделать. И главное сейчас ему жить. Главное жить и не подставляться под урон, сливает магикрита, отлично. Ведь Смергелян стоит единственным в депе, Вальдкрюф есть также в атаке. Ну, у Аветиса есть 35-ка, он неплохо сыграл корпусом, сейчас сбив в лесу Вальдкрюва. А и Вальдкрюф будет страдать, немножко не успевает Сай со своей рельсой. Да, Сай сейчас немножко не туда отвлекся, должен был помогать своему Хантеру, но вместо этого... Упал в минус. Будет целый Сэм Грант, но Кай тут его расстреливает, нужна помощь от тиммейтов. Но нет, тут ребята из Этернити не спешат помогать Сэм Гранту. Да, они действительно не спешат. Как ты уже сказал, они просто отдыхают на карте. И неплохо так отжимает у нас фланги Мегакрит. Выдает урон по Сансету, я так понимаю. И теперь последний дефер битый. King of TP стоит с правой стороны от синего флагштока и ждет атаки.
А Кай, к сожалению, не сбивает Сэм Гранду, и King of TP будет забирать ДДшку. И это очень даже хорошо. Для Этернси, потому что они действительно сейчас могут очень-очень сильно дамажить. Но Виталити, Виталити не так хорошо, он просто умеет он использовать раскачку, и поэтому сливает King of TP. Да, сейчас мы будем, скорее всего, смотреть атаку от красной команды, так как падает там ДАшка. Да, Вайлд Крю ее забирает, хотя покушался тут на нее King of TP. Да, да, да. Ну, кстати, кстати, вот сейчас неплохо действуют ребята с Этернти. Они хоть не отжали эту ДАшку, но максимально надамажили Вайлд Крю. И теперь Вайлд Крю остался всего лишь на половину своего здоровья. И тут подспевает также Раф, он выдает всего лишь одну смок, к сожалению. Но Вайлд Крю страдает очень сильно и поэтому отправляется на респ. Эндулус неплохо отжал ДДшку, но все-таки что-то не хватило. Что-то вот не хватило в атаке для GoPro. Да, и сейчас мы по сути должны будем смотреть ответную атаку от Этернити. Будет там Сэм Грант пытаться забирать свою ДА. Ой, ее отжимают. Ее отжимают, действительно, неплохо. Играли у нас ребята за GoPro и отжали ДАшку у Сэм Гранда. А значит, атаки от Этернити явно не будет. А вот благодаря этому можно поджать GoPro, потому что есть два битых Дехера, это Раф и Дахар. Дахар, к слову, сливает. Кентлус до сих пор живет сверху. Пытается он дамажить. Опа, неплохо Сай. Хоть и выдал по своему дамаг, но врывается сейчас. Он будет врываться на три рельсы. Две рельсы пролетают моментально, и третья не заставит себя долго ждать. 4 секунды КД у игроков команды Тернси. И они сливают его. Так, Сансет может подхватить. Он будет это делать. Сансет, ну давай, давай. Да, посмотри, Вайлд Крю будет его встречать на нейтрее целый. Он, скорее всего, отвезет. Как же долго Сансет думал. Я ж немного заволновался. Ну, Вайлд Крю неплохо. Неплохо так увозит на ДАшку свою. Кентус еще до сих пор живет. И как он долго живет. Да, но Даксар также в ответ отвозит на Сэм Гранда, и опять мы с тобой будем размен наблюдать. А тут есть три игрока, даже четыре, я бы даже сказал. Мегакрит, ой-ой-ой-ой. Неплохо скидывает под Сэм Гранда и явно в сейве. В сейве флаг. Фух, ну это было потненько, я бы даже сказал. А могли все-таки пробовать возвращать. Могли. Но что-то опять-таки не хватило. Почему что-то вечно не хватает? Ой-ой-ой. Смотри, сейчас есть неплохая попытка захода от Аветис. Да-да-да, ты уже правильно подметил, Аветис на двойном дропе. На одну рельсу остался, но правда есть еще мегакрит. Сквозную рельсу не выдало, им не попал вообще никакой, просто остановился. Понимает то, что, блин, ну как так? И Аветис опять сейчас будет пытаться что-то сделать. Ну, Аветису было бы неплохо вернуться за нетру, точнее объехать и забрать нетру, но все-таки он не захотел этого делать. И поэтому нетра одинокая лежит. Лежит явно под кого-то другого. Я так понимаю. Так, Аветис Мерглен вместе с Мегакритом есть у нас в атаке. Виталити отлично играет корпусом, не подставляется он под рельсу Аветиса. И Мегакрит пытается мансовать, неплохо выдает по Виталити рельсу, и теперь Виталити уже остается на одну. А это значит, нужно срочно менять. Или Этернти нужно продавить. Вернуть флажок. Слово, большинство игроков GoPro биты, и львиную долю карты сейчас отжимают у нас Этернти. А вот сторону, где падает ДАшка на Wild Crew, они не отжимают. Потому что явно хотят, чтобы Вайлд Крю пощекотал им нервишки, и выдвинулся на своей ДАшке. Грант не попадает, насколько я видел. Ой-о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 й. Да, Вайлд Крю явно не реализовал свою ДАшку. Нет, он отчасти реализовал, отвлек на себя четырех игроков. Отчасти. Но, блин, где тиммейты? Да, но тем временем никто ему не помог. Да.
Вот именно то, что ему никто не помог, и поэтому как бы... Тут двоякий вопрос. Мог он, в принципе, как-то попробовать объехать, а не просто спрыгивать, как мясо, на троих-четырех игроков? Этого тоже вот очень важно. Да, смотри, сейчас Эмгран будет пытаться заходить на ДАшке. Эмгран, кстати, добрый рез был, и... Кай, уоу! Хорошо, хорошо, Сэмгран. А сливает он Кая и есть Сай. Сай тоже сливает. А Валет Крю вбитый стоит. Буквально на три рельсы не выезжает под рельс. Понимает то, что нужно срочно сваливать отсюда. Потому что явно он будет страдать. Но с другой стороны он также страдает. Есть еще Раф. Как хорошо зажимают у нас Этернти, но зажимает также у нас Сэмгранда. И поэтому... Поэтому нужно подхватывать Сансету. Поэтому, уф. Вот. Да, но посмотри, Даксар уже выдвинулся на свой флагшток. Явно они рассчитывали на возврат. Но что-то не задалось. Ну, действительно, я тоже думал, то, что там, возможно, будет на 90% возврат. Но вот эти 10% как-то зароляли свою и удачные респы также от GoPro. И поэтому флаг все еще живой. Хотя разбирается King of TP. А я ведь да. Завершаю. 1-0. Выходит вперед. Этернити. Адванс. Да, сейчас за 2 минуты до конца явно все ребята из GoPro будут в атаке. Да-да-да. Нужно все-таки... Все-таки нужно пробовать сравнивать и выводить на допы, так сказать, на пенальти. Или тут пенальти нет? Нет, должны быть пенальти, потому что double elimination же. Да, но пока что какие-то невнятные заходы у ребят из GoPro. Я бы, наверное, сказал хорош. Ну окей, окей. Я пытаюсь что-то постоянно переформулировать, но думаю, это не стоит делать, потому что Сэмгран забирает свою дуашку, пусть и битый, но все-таки забирает. А это значит то, что он как минимум отвлекает игроков. GoPro. И львиная доля игроков Eternity Advanced. А у нас в дефе. Ой, а кстати, Vitality играет в 35-ке на харке. А почему не на васпике? Подожди. У нас теперь-таки Вальдкрюв решил снять Хантер и одел харька. Понимая то, что нужно срочно что-то предпринимать, нужно действовать. Как-то атаковать, пробовать увозить. И есть два. Легкий корпус, и значит, большая вероятность ввести, но в скобочках нет, потому что сбивает неплохо так Раф Вайлет Крюву, а Вайлет Крюв, к слову, сбивает, сливает своего тиммейта. Да, смотри, сейчас надо... Надо было убить Аветиса, некому сейчас подхватить, есть только один Кай, но, скорее всего, его разберут. Хотя Сай будет ему помогать на ДАшке. Нужно убить Сэмгранда, и останется деф у Этернити Адванс пустой. 20 секунд, нужно увозить по максимальной маленькой траектории, но страдает Сай на своей дашке, не получается у него ничего. И поэтому этот раунд уходит в копилочку Eternity Advance. И со счетом 2-1 они проходят дальше. Понимаю? Да. Ребята уже выходят.